начинаем утро. Без. Берем собак. Утки орут на Волге. Ну, короче, тайна потекла, вы были правы. Сместилась она на 3 месяца назад, как положено, суки. Сегодня первый день течки, без. От нее не отходит, мы ее оставляем дома. Едут на охоту только лайма. Вон утки орут. Лайма и без. Лайма устанавливает свои порядки в машине. Все, погнали. Ну, приехали. Достань мою любимую пуколку. Как же я люблю тигр. Тигр, тигр. А у тебя он полностью деревянный, да? Да, да. Красопеда. А это простая оптика, да? Ну, обычная. Да, самая обычная. Люблевская. И что я такой влюбленный? Ну все, пошли. Путь дорогу дальняя. О! Здесь хоть куница нахожена, парные следы, хоть след куницы посмотреть. Собаки за километр уже. Ой. Подняли и пошли. Вон летит друг, видишь? Он не предаст. Он точно знает, где мясо. Кар-кар-кар. Чё? Сейчас Санёк придёт, собак хоть перехватил. Чё? Смотри, точка. Где? Вот так вот становишься, две березы. И вон, блядь, пятно. Ты видишь это пятно? Ну ты сейчас в оптику глянь. Тебя нормально приближает? Лучше не было. Не было? Не, хуйня какая-то. Ну вот мы ждем лайму, беса, Сашу. Сначала лайма ушла на 3500, на 3200. Он пошел к ним. Мы вернулись. Вот. Подошел там место, они еще на 3,5. Вот, лайма не бросала лосей. Он ждем, он возвращается. Перехватил лайму. Бес к нему пришел, а лайму он перехватил потом. Сейчас придет, будем смотреть, что дальше будет по обстановке. Такие дела. Пока все не тип-топ. Идет все в обычном рабочем охотничьем режиме. Где-то я увидел, идут они. Лайма! Ёкарный бабай. 4 часа. У нас сейчас Санька появится с бесом. Лайма! Нагонял лосей, кукушка. Ох, коза. Лаймусь. Ха, а шо уши поджимаешь? Ну? И где нас носило 8 километров, а?
Бодрячком, 8 лет, а бодрячком. Ну, рассказывай. Ну, я вас слушаю внимательно. Какой ты большая стала, одеваешься, что ли? Иди ко мне. Ну, чего ты, а? Сашка вас забрал хоть? Снял тебя с лосей, вон Санька идет. Что? Санька дует. Что? Ну? А что ты пищишь? Где ты была? А? Смотри, вот все. Ошейник замерз. Сейчас пойдешь. А бес-то где? Лаймусь. Ну что? Что? Что ты скулишь? Ну, где лось-то? Молодец. Сейчас выйдет. Наконец-то. На силу вас. Вы стронули их, да? Всех троих, да? И все. Километры, километры, километры. Умничка. Да? Лайм. Да? Где все было? Где балбес-то? А, вон. Без балбес. Бес! Засанец. Хвостом виляет, он в туалете. Получил? За... А что он делал? А? Думаешь? Только она только оттекла. Короче. Ну? Этот, как у след лосиный с кровью. Да? Да. Подранок, наверное, чей-то, да? Нет. Смотри, в чем смысл. Быстро был один. Нет. Вот здесь вот. Да? Да. Мишка слышал. Ну, это, видать, гончатник, потому что собака лаяла, потом замолчала. Нет, сейчас это... Бес! Этот, который, хочешь, сказал, что два одна идут. И два лоси идут. Лайма за ними ушла, а бес ушел за одним. Угу. Вот. А один потом я обратно шел, смотрел, он опять к ним присоединился. Угу. Вот. И загонщики там были. Я позвонил, узнал. Это оклад делают. О, блин. Но это их не значит. Мы же не стреляли. Оклад, ты понял, какой оклад все делают? Волчий оклад делают. А, волчий. Конечно. Там номера расставили. И я слушаю, что за техника там бормочет. А, что, волки, да? Потому что смысл в том, что, видишь, ночью как волк выдавил лося к дороге. И придавил. Кровь, да, и этот, как у след с кровью. Лосиный или волка? Лосиный след с кровью, с кровью. Но выстрел один был. Может, там что, не делали. Короче, охота с собаками закончена, только ночью теперь. Значит, волки здесь? Они заколебали уже. Ага. Бес, иди ко мне, иди, мой хороший, иди, иди садись. Иди ко мне, иди, 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 мой мальчик, иди, иди. Папка отругал, иди, 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 иди садись, иди, 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 иди ко мне. Бес, бес, иди, иди ко мне, иди. Ну что ты не, иди, бес. Бес, иди ко мне, иди садись, иди, иди, иди ко мне. Бес, 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 иди сюда, пойдем, иди ко мне. Иди, дай тебе погоду. Пойдем. Иди, Сань, сажай его этот. Он боишь, он без тебя никак. Бес, боится. Иди. Давай, сажай его. Иди, садись, иди. Да он сам бы прыгнул, или он устал. Да он придуривается, вот что он делает. Ну, это кобель. На том. Поэтому кобелей не люблю. А? Сейчас ляжем. Суки, да. Сань, твой чехол? Да, давай я соберу сразу. Да, собирай. Все, все, садитесь. Проверяются еды.
решают, решают все вопросы. Волки, волки попали в оклад с волками. Лоси лежали на краю, но они пошли ходом. Угнали их за 8 километров с лишним. А там оклад делает с другой стороны по волкам. Поэтому сейчас решаем. Лайм, пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Бес, бес, пойдем. Давай за лаймой, не обижайся. Чего ты, бесюля? Не хочешь ходить, да? Все, оскомину сбили. Давай вперед. Давай, давай, давай. Лайма, видишь, ищет. Давай. Погнал, погнал. Хватит под ногами ходить. Не обижайся. Где, Сань, след куницы? А вот она находила. Ну, сколько сейчас время? Сейчас время, начало второго. Ну, до четырех будем. Ну, давай, что-то. Сколько она сейчас? Все нормально, все сделали. Что, конечно, возвращается. Молодец. На дороге. Ну все, идет обратно, 60 метров сейчас появится. Сейчас. Что, на какой гайно лечь здесь, блядь? Может, на гайно где-нибудь. Где же лоси-то лежат, блядь? Сейчас она появится. Если были бы они привязаны. Ну а что ты их не привязал? Вязались ночью. Плохая веревка у тебя. Бес, ну что ты весь такой, ой, прям мальчик, да. Все, все, стой. Сейчас лайма придет. Да, 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 молодец. Где она есть-то? 60. Здесь рядом она и находила. Бесюля. Я жду ты ее. Доставай, доставай, пей чай. Пусть пока лайм распутывает, но... Чайку святое дело. Сейчас она туда, теперь 160 туда. Но она крутит. 120 возвращается. 106. Идет сюда. Она на след, видать, встала на наш. Ну, видишь, она тоже кругами, она закруживает все. Она влево, вправо, влево, вправо. Сейчас появится подруга. Надо Танюху. Блин, Танюха потекла. Вот сместилась. Ну, назад смещается, это хорошо, вперед это плохо. Если Танюха начнет осенью течь, как раз зимние щенки вообще класс. Но никаких щенков. Лайм. Вот-вот-вот-вот, проверь. Давай, давай, давай. Вот. Лайм. Вот-вот-вот-вот, проверь. Проверь, вот, лайм. Лайм, вот-вот-вот-вот. Нюхай, нюхай, нюхай. Да, 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 да. Дай, дай, дай. Проверь, 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 проверь. Проверь. Вот, находила, да. Лайм, вот, да, она прошла. Да, да, вот, нюхай дальше. Здесь она мышковала. Да, 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 да. Да, молодец, молодец. Ищи, 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 ищи. Искать, 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 искать. Пусть проверяет. Может, завтра Танюху? Бес оставим. А? Только надо подумать, куда. Блин, выходные дни, коллективки эти. Давай я вечером сегодня после 8. Хоть узнать, спросить у кого-нибудь, где что конять, в каком хоть квадрате будут. Чтобы нам на них не попадать. У нас район
самый ёбнутый. Ну. Тут в угоде общего пользования родные негласно между собой приняли. Дайте еще. Нашла, что ли? Проверишь, не может. Не, нихуя. Матом не ругайся. Сань, нифига не проверочная. Она определяется, конечно. Накрутил девочка, молодец. Сейчас посмотрим. Одиночными. Уходить-то и некуда. И здесь она находила. Ты думаешь, она на елке? Смотрю. Не. Но если она села, это 100%. Она поднималась на елку. Видишь, след заходной на елку. Видишь, у нее след плохо. Я видел. Она что, на заход лает, что ли? Значит, она свежая идет. Давай, давай сейчас, последую ее. Пойдем, пойдем, Лайм, пойдем. Не понимает, она сейчас скажет. Вот, 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 Лайм. Вот, проверь, вот. Вот, 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 вот. Давай, давай, давай. Давай, вот, Лайм, пойдем. Вот, ищи, ищи, ищи. 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 Да нет. Все, все, все. Пойдем, пойдем, искать. Давай, давай, пойдем вперед. Не надо, не надо, заход. Понятно, обозначил, молодец. Ищи, ищи. Давай, 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 ищи. Да, 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 горячий. Сейчас вернется, все равно будет орать. Ну и распутывай. Ты туда кот пошел. Пойдем. Лайм. Лайм.
Вот он след. Здесь посмотри. Вот, вот, да, да, вперед. Лайм, давай, проверяй. Что-то еще чайкуш? Это тоже жалом водил. Она заходила, значит, ушла. Зашла, да, побыла. Спрыгнула, пошла дальше. Давай, продолжаем цель или что ли? Мы идем, идем. Там уже просвет впереди, Сань. Нет, это еще не то. Вот так. Или посмотреть, где что. Если мы вот так пойдем, то дорога. Какая? Шоссе. Старцкое. Вот так идет. Старцкое. Вот так. Да. Нам вот так надо идти. Лайм, заход, молодец. Давай вперед. Молодец. Пойдем вперед. Заход показал, что заходил. Молодец. У нас цель другая. Да, 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 да. Цель другая. Думаешь, вон нюхай тоже. Слушай, слушай. Думаешь, она здесь тормознула? Вот, следующий. А вот она, смотри, я сделал. Шишки обводу. Ну, по 40. По 40. Ну, это тоже нюхает, уже жалом воет. Молодец. Как ее-то оттуда выкуривать бы. Белка заблудилась. Она прижмет человек к стволу. А? Пойдем, Лайм, все. Пойдем. Пойдем. Искать, 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 искать. Пойдем. Лайм. Вот, 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 ищи. Пойдем. Чё там, Сань? Ай, блин. Сейчас иду, иду. Загоняла. Опять заход. Белка, что ли, это все? Проверяет. Что за пушной день? Где хрю-хрю и где му-му? Фух. Ты не плутанул, Сань, что мы опять плутаем, нет? Куда нам надо выйти, на поле же? Мы идем на железку. На железку справа. А след наш слева. Ну, да. А если вот так вот взять, то вот прямо дорога. Какая? Если идти вдоль железки,
Шоссе вот это, наверное. Да, вот, вот так, вот. Щербовская улица. Какая? Щербовская какая-то. Щербакова. И мы выйдем сейчас на поле, наверное. Где на поле? Вот так вот, да? Если вот так идти на поле. А след наш слева. Пусть грусть, печаль оставит нас в стороне. А? Завалы, да. Что? Ну пронюхай еще, проверь. Проверь, вот. Саша брал кунец, давай. Вот, проверь. Что там? Да, конечно. Не врать. Пошли, все. Хулиганка. Пойдем, пойдем, бес. Ну что, совсем лапка болит, да? Натер, бывает. Ну, чего ты встал? Меня ждешь? Пойдем, лапка болит, пойдем. Давай, давай, потихонечку, давай. Хоть и не хромаешь там между пальцем. Натер красный. Такая поваленка здесь. Кругом лес тоже. Не ахти. Все завалено. Ну, день пустоват. Сначала с утра зацепили без слайма, зацепили лосей, семью. Но они ходовые. Потому что они ушли. Их сняли. Вот. И плюс мы попали в оклад под волков. Собаки попали, могли перестрелять, как нифига делать. Ничего не согласовано именно. Никто не знал, что будет оклада на волков. И волки пришли. Вот. Но слава богу, Сашка-то сходил. Бес к нему вернулся. А лайму снял потом. Че, бес? Давай вперед. Давай. Давай за хозяином. Не расслабляйся. Лайм-то еще как заводная в поиске вся. Недалеко, но до 200 метров. То белку, то куницу Палайкин заходный лает, обозначивает. Вот. Ну, посмотрим, что следующий день даст. Что покажет. Как и что будет. Я не ожидал. Ну, в принципе, я рад, что тайна сейчас потекла. Конечно, прям в сам сезон охоты. Вот. Кстати, где лайма-то? Сейчас мы ее глянем. Она молодец, она сзади мирно гоняет. 100 метров. Сейчас появится. Кукушка моя. Белобрысая. Все нормально. Все отлично. Ребята тут, наверное, подзамерзли просто. Стоявшие на поле. С тиграми. Лаймусь, нагоняешь? Молодца. Отлично, на хорошем ходу. Полный привод. Начал одеваться очень сильно, хорошо. Такая плюшевая. Такая вся. Зараза, кусок мой. На крайняк. Если что, бес не ходит. То лапа, то это, то обиделся. Кобель есть кобель. Вот. А даже у Таньки первый день течки. Вот. И это. Таньку возьму, сейчас с лаймом передохнет, сейчас покормимся, ну и все. И можно будет взять, пусть отработает, пусть сейчас Сашка согласует с ними, где чего, какие обклады, если волки взяли волков или нет, тоже самим интересно, потому что нам нафиг эти волки не нужны. Совершенно. Да и самим, чтобы не попасть в просак, как говорится.
Сережа, как в этом фильме Ширли-Мырли. Сережа, а ты знаешь, что такое просак? Это расстояние у женщин. Расстояние у женщин. Между этим и этим. Блин, на каждое слово у меня есть что-то из фильма. Какой-нибудь эпизод сразу вспомнил. Посмотрим. Сейчас согласуемся. Обмозгуем. И будет нормально все. Сейчас я погоди. Смотрит кукушки. А он домашний у тебя что? Он у тебя домашний? А? Это кокер, да? Да, да, орите, орите. Да. Бес. Ты бес сейчас заведи пока. А, ошейник надо снять ему. Он уже хвостом виляет, что дома. Уже все, сразу ожил. Бес, иди сюда, бес, бес. Не-не, я открою. Бес, иди ко мне, бес. Иди. Лайм, иди. Опа. Ты его тоже на руках? Лайма, лайма, лайма. Лайма, лайма, иди ко мне, лайма, лайма, иди ко мне. Пойдем, сходим на Волгу, пойдем. А, не идет жопой, тут вся трясется. Есть утки? Нет? Они же крякали, даже когда мы рано утром по темне, по темно приезжали. И вот на островке на том вот сидели, на броды. Волга, да? Волга. Но это приток какой-то или это основное русло? Я так понял, да, но начало откуда-то же берет. Не, иначе они вечером прилетят. Как буэнда, блядь. Буэнда, буэнда, манда. Саш, фарш этот, прибанники, корыто это одно. Их два было, одно. А? Пусть, по-моему, завтра я все... Можно, чтобы до завтра... Нет, лайма, лайма. Лайма нельзя домой. Что такое? Что такое? Юста, бес. А? Нет, это саморезы. Сейчас я гляну. Саморезы они точно не будут. Сейчас приду. Лайфли, малыш. Лайма. А? Нельзя, лайма. Ну что ты, ну? Ну я раз... Она... она девочка? Ну она не тронет. Вот когда держишь, она... Лайма. Нельзя. Сейчас она обнюхает его, не будет. Здравствуйте. Все, все, все. Вот мы мелкие. С этого. Да, я понял. Откуда? С Удмуртии. Ага. Рыженький. Хорошенький. Тихо, бес! Не маленький, ты хороший, потом не знаю, что вырастет из него. Ну да. Тихо, тихо, тихо. Ой. Место, место! Ну, никогда так не было. Все, все, я иду, 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 иду. Иду! Лайма, давай на место. Лайма, иди сюда, лайма. Уф, уф, уф. Все, сейчас будет. Сначала сами вываливаем фарш в этот корыто. Да, кушать. Тайна, Тайна, иди сюда. Мелким. Нет, Тайна. Тайна, иди ко мне. Злата. И бумажку. Найдите хоть бумажку-то забрать, а? Блин, съела. Да прокакается. Ай, ты коза. Сейчас они фарш съедят, потом... Мясник утопчите здесь. Да, они выше утоптали уже как. И находили. Можете. Бесюля! А, ты красавец. Ну ничего, поздоровай. Юста! Юста! Ай ты! Ай ты! У-у-у.
Юста. Береста. Лаймусь, ты молодец сегодня. И так старалась для нас, старалась. Ну, видишь, у нас охота была, мы еще не успели понять, а уже она началась. Да, да. Неожиданно. Все уже? Да, все, нет. Блин. Большие подходят. Нельзя. Тайна, смотри, она хитрая. Нельзя. Нельзя, 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 нельзя. Все, все, сидим. Сидим. Лапы. Все. Каюр. Все, сидим, ждем. Пайка будет чуть позже вам. Саша вам даст. Ну все, ребята, остались сумки, ружья, карабины. Выгрузили. Я на стоянку. Заканчиваем день. Вот, сейчас сварим перемешек. Посидим, отдохнем. Душ, ванна. Девчонки. Также их родители. Зайти к нам не хотите ли? Вот сейчас Юрка наговорит нам. Вот. Да, на видео это на базе СВД. Карабин. Вот. Тигр. У Владимира Владимировича. Только не Путина, а Мишкиного отца. Тигр 1 это укороченный, а у Мишкина удлиненный. Вот. Я, наверное, тоже соберусь и буду. Тоже люблю эту машинку. И буду покупать на следующий год себе нарезное оружие на базе Тигра. Ну, то есть на базе СВД. Не знаю, прям люблю я. Навеивает прошлым и воспоминания насчет СВД. Хорошая машина, хороший аппарат. Прицельная дальность хорошая, меткость. Все-таки боевая техника есть, боевая техника. Оружие. Не боевая, а военная. Немножко другой логин. Вот. Вставляю. Тут такая стояночка. Ну все, пишите письма. Посмотрим, что будет у нас потом с охотой. Интернет работает, все работает, даже в лесу. Я даже удивился. Я на связи, я вас читаю, я вас смотрю. Так что мы все вместе. От всех вам привет. От вас я тоже передал всем привет, всем собакам. Тайна потекла, ну что теперь сделать? Ничего не поделаешь. На 3 месяца раньше потекла, на 2,5. Это хорошо, мне нравится, будет радовать, если она будет течь осенью или зимой, декабрь. Как сейчас потекла, ее можно будет на следующий год повязать. И будут хорошие зимние щенки. Конец, она отходит еще и охоту. И в конец февраля уже охота заканчивается, и можно щенками заниматься уже в марте. Уже можно заниматься щенками, когда охота закрыта. Ну, в принципе, самый вот кайф. Лайма раньше текла всегда, она передвинулась назад очень далеко. Но что-то, боюсь, ее Татьяна спровоцирует. Вот. Спровоцирует, зараза, кусок. Вот Мишань, это отцовская его машина, Мишки тоже. Они маньяки ландроверов. Вот, я пикапов. Вот мы в таком доме живем, на самом высоком этаже, окна туда только. Вот, Александр нас поселил, приютил, как говорится. Ну, сейчас иду. Так что все, давайте пока всем. Скриптом вот такая квартира, это мой диван, компьютер стоит, такие светильнички. О, зеркальце, гардеробчик, люстричка. Это наши стволы, все на зарядках. Телевизор. Балкончик. Видите, такой, какая-то плиточка. Такой видосик. Город Ржев, тебе привет. Вот этот частный сектор там, походу. Я так для обозрения вам показываю. Вон у них на площадке даже вот горят эти, прикольно. У нас такого нету. Квартирка такая ухоженная.
для интима, можно так сказать, для пар, которые хотят уединиться, либо любовнички, либо молодежь. Вот такая еще. Спасибо. Ладно. Все культурно, аккуратненько. Мешочка, фонарики. Ну вот такие дела. Так что сейчас буду для вас работать.